Пешеходная зона на Социалистической превращается в гипермаркет под открытым небом. Значит, наступает пора школьного шопинга. Уже по традиции специализированный базар размещается на отрезке от Карла Маркса до Дзержинского. Городские предприятия и частный бизнес предлагают широкий ассортимент товаров. Например, канцелярские принадлежности. Дневник можно купить за 2,50. Цены на тетради 23 копеек и выше. Пенал с ручками обойдется в 20 рублей. Конечно, удобно закупаться, потому что детям самим нравится выбирать то, что им нравится. Какие тетради, какие ручки, тогда и обучение для них считается легче и интереснее. Сам процесс покупки, то, что они денежки, которые накопили, сами вот они тратят, им доставляют это удовольствие. И как бы сами требуют пойти на школьный базар, потому что тут все видно, выбор большой, покупай, что хочешь. На ярмарке большой выбор одежды. Так, стоимость комплекта для мальчиков, в который входят рубашка, пиджак, жилет и брюки, начинается от 215 рублей. 25 стоят блузки для девочек. Сарафаны чуть дороже – 35 рублей. Размерный ряд широкий. Практически вся продукция отечественного производства. Мы купили мне спортивную форму, жилетку. Очень большой выбор, и можно купить все и сразу в одном месте. Шопинг должен быть комфортным, поэтому позаботились здесь и о покупателях. Просторная раздевалка, зеркало, коврики, вешалки. Плюс отсутствие очередей. А вот при выборе рюкзака стоит учитывать возраст, рост и вес ребенка. Для первоклашек отлично подойдет ранец. В нем жесткий корпус и ортопедическая спинка. Плюс крепкие ремни и большая вместительность. Стоят такие от 37 до 120 рублей. Портфели найдутся и для старшеклассников. Стартовая цена – 25 рублей. Все зависит от формы, цвета и принта. Продавцы заверяют – вещи прочные и прослужат не один учебный год. Управление торговли и услуг Бобруйского горисполкома приглашает всех жителей города Бобруйска и гостей за покупками. В ярмарке будет принимать участие более 25 субъектов. 46 объектов, будет представлен широкий ассортимент товаров. Школьная ярмарка будет работать ежедневно с 9 до 16:00, выходной понедельник. Торговля завершится уже после Дня знаний, 4 сентября. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.